Представьте себе на секундочку, что вы говорите своему ребенку: выбери, вот я твоя мама, и вот это твоя мама. Вот. Или я твой папа, или вот это твой папа. Вот. И ребенок выберет его или ее, а не вас. Вот вам как в этот момент станет? По-моему, так как бы холодок, да, поэтому. Вот когда вы даете гаджет, это значит, что он выберет не маму, не папу, а его. В качестве папы, мамы, учителя жизни и так далее, и так далее.